Здравствуйте, я Георгий Тевзадзе, и с вами моя авторская автомобильная передача G-Drive. Сегодня в программе тест-драйв немецкого суперседана, модифицированный Mercedes-Benz E55 AMG мощностью 600 лошадиных сил. Далее, американская выскочка. Попробуем узнать, что из себя представляет современный американский muscle car, например, этого ярко-красного Ford Mustang. А также, наш подарок всем любителям классических мерседесов, знаменитый кабан S-класс в 140 кузове, причем в наиболее эксклюзивном исполнении от AMG с 7-литровым двигателем V12. Так, друзья, перед вами Ford Mustang 2006 года выпуска, настоящий американский muscle car. Владелец этого автомобиля нас пристрелит за следующие кадры, которые вы увидите, но я просто не смогу удержаться, потому что в контролируемом заносе автомобиль управляется просто идеально, гораздо круче E55 AMG, который мы тестировали сегодня. Straight from inside.